Ну вот мы перешли к заданиям гистограмм. Здесь также все достаточно просто. Для задания простой гистограммы мы будем использовать функцию hist. Ну и как мы было в прошлом примере, мы используем empty cars табличку и также берем mpg. Ну, нажимаем Enter. Поздравляю, простая гистограмма создана. Вот так вот все очень просто. Но, как мы уже знаем, создавать простые вещи нам не интересно. И для этого, чтобы исправить нашу ошибку, мы давайте создадим еще параметры. Есть параметры breaks 12, например, и call это цвет, как вы уже знаете, red. Что такое breaks? Breaks это количество вот этих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и одна пустая. Вот. Это количество вот этих наших, я их называю бинс, столбиков, да, барочек. Ну, как не барочек, это же гистограмма. Вот. Теперь давайте мы можем, кстати говоря, так как работа с гистограммами интересна и достаточно несложно, то мы можем создавать какие-то нормальные прямые, то есть какая-то нормаль создать. Но это будет последний по гистограммам, потому что с гистограммами можно делать очень много интересных вещей, даже полигоны строить на основе их, ну, то есть типа, закрасить. Но мы это делать не будем. Мы будем использовать пока что кривую нормали. То есть нормальную эту вещь. Сейчас увидите. С этим переменной x, которая хранит цифры из таблицы нашей. И давайте создадим переменную h, которая и будет являться нашей гистограммой, в которую мы как раз впихнем вот эти значения, укажем количество breaks равно 10, цвет также оставим красный, но еще добавим название оси x. Это будет, например, так это с машинами было связано, это будет miles per gallon. Галлон типа это топливо, да? Кто не в курсе. Название графику ставить туда не будем, фиксить. Вот. Видите, ну, назвалась все. Это по умолчанию создается histogram of x, если название отсутствует графиком. Вот она, h наш. H, вот оно, в принципе, как-то график сам выглядит. То есть мы его открыть, правда, не можем. Это переменная, и здесь можно проследовать, каким образом создался он. Теперь мы должны создавать, в принципе, то переходим к созданию кривой. Для этого мы создаем переменную xFit. А функция sec, ну, вы уже в курсе, как ей пользоваться, для чего она нужна. Мы должны взять минимальное значение x и максимальное значение x, как логично, да? И установить length равное 10. Ой, 40, 40, извиняюсь. Я забыл закрыть скобку. Так. Закрываем скобку и смотрите, что у нас получилось. Length в данном случае это типа как размерность. То есть 40 выбирается элементов. 10. Вот это как бы из x выбирается минимальный, максимальный. Каждый раз вот так вот. Теперь то же самое делаем для yfit. Ну, только у нас чуть по-другому это будет выглядеть. Yfit у нас это функция denorm, как раз к нормали. Здесь мы должны указать, от чего мы исходим, то есть от xfit. Далее есть параметр min. Сейчас я вам покажу, для чего нужен. Min x и sd равное sdx. Видите, у нас он как бы преобразует их в цифры. Вот как бы, понимаете, типа, были вот эти цифры, стало это. Он как раз, используя sd и min, он их таким образом преобразует. Ну, min и sd в данном случае, они как бы отвечают за нормальное как бы распределение. Эти формулы, которые используют функция denorm, сейчас вы видите на экране. Ну и теперь нам нужно переназначить только переменную yfit. Она будет теперь у нас как yfit умножить на div, ну, дифференциал, да, от h. H это наша гистограмма. Мы берем mids, ну, здесь как бы вот она есть, mids.
значение от вот такой вектор берем, вот на эти имеется, да, 1,12, мы берем 1,2. И так, умножаем на length, а length чего? X, потому что мы работаем именно с ним. Получаем вот такие значения. Получается как раз наше нормальное значение. Ну и строим линию. Теперь на нашем графике, поскольку она уже у нас уже есть, мы берем xFit, берем yFit, берем цвет и толщину, чтобы было его видно. И вот, пожалуйста, наша кривая нормально как раз проходит. Таким образом, типа, изменяется особо сильно. Ну, это по поводу нормального распределения. Здесь как бы вот такая вещь, что можно на основе этих данных, что можно поверх этого графика накинуть еще на основе его же данных что-то такое сверху. Ну, по гистограммам достаточно все просто. Основа была это исключительно вот эти две строчки, все остальное это было более сложные вещи. Ну, а теперь мы переходим к созданию баров в языке R.